какой синий? Нет. Я Мельнулькин Виктор. Я являюсь наследником матери, которая умерла 5 лет назад. Она проработала в этом совхозе 40 с лишним лет. С самого начала, с 46-го года. По предложению Сидоровой, Татьяны Павловны, мы написали заявление, что за счет этого пая она нам выделит 15 сотен. Один раз я случайно попал к ней, она опять, сейчас пока земли нет, ждите. Ждали, и теперь началась вот такая катавасия. Я пошел к нотариусу оформить наследство. Вот дословно, наследственное дело, представим кадастровый план земельного участка, Нового года, который носит декларативный характер, а именно в особых отметках отражено, что площадь участка ориентировочная, подлежит уточнению примежевания. Сведения о границах не позволяют однозначно определить участок в качестве объекта недвижимости. Земельный участок прекратил свое существование в связи с образованием других земельных участков. На основании изложенного свидетельство о праве на наследство выдано быть не может. Вот и все. Она присвоила нашу землю себе. А это мошенничество. Известить вас должна была как-то. Да никого они не извещали. Никого, ничего не извещали, молчком все сделали. Никаких собраний не проводились, ни общественных, ни частных, не знаю, в своих кулуарах они там все решили. И все перевели. У нас, наверное, в стране везде такая сейчас ситуация, что Кущевку возьмите. То откуда только не поступают такие сведения. Ну. Я, в общем, сирота. Родился в Беларуси. Я участник освоения ценных земель, участник строительства братских лиц. Служил в Подмосковье, в совхозе Раменской, работал 24 года. В течение полугода ждал ответа. Потом пошел пешком на прием к юристу, потому что последнее письмо она отдала юристу. После неоднократного визита мне юрист дал ответ. Ответ на ваше обращение по выделению земельного участка общей площадью 1500 квадратных метров, 5 соток. Сообщаем, что на момент принятия программы развития Пензавода Раменска, какой программы не знаю, вы не принимали непосредственно этого участия. А вас приглашали туда принимать участие? Так, когда предвыборная у нас кампания была, когда она просила, выберите меня депутатом, я для вас все на свете сделаю. Я и бабушкам, подержите ветеранам еще. Буду льготы давать. Однако же, когда мы начали судиться, мы просто хотели, ну, как бы права на свою землю, хотя бы какую-то компенсацию или 15 суток. Она лишила всех этих бабушек, которые вот ветераны, вот они медалисты, у них столько наград, ветераны труда, войны. Они медали получали за доблестный труд. И она их всех лишила год. Она бидон молока какой-то несчастный давала раз в неделю по льготной цене. Она их лишила, овощей лишила. 3 года, пока вот это длилось судебные иски, она, значит, ничего не давала. Вот 29 декабря было собрание. Мы ее попросили встретиться с нами, с избирателями. И вот она нас так встречала. Вот у меня свидетельство мое, ну, я копию сделала, что написано, я имею права, у меня родственные свидетельства. Значит, на компенсацию. Никакой компенсации я не получила. Ни в денежном выражении, ни... Я писала заявление, ну, участок на 15 соток. Тоже не получила. Вот так нас встретили. Вот так нас встретили. Ну, вот на собрании. Не пускали нас в клуб. Всех вооруженные приехали сначала, потом они уже ушли. Видите, они с оружием стоят. Да, да от кого? Бабушки пришли в основном. Там, вы видите, на лице, что просто бабушки. Потом у нас бабушки начали писать заявление, идти со своими вот заявлениями Сидоровой на прием. Она их, хотя бы компенсации, 15 соток, ладно, мы согласны, совместные сотки. Ну что-то, она 200 человек в землю дала по 15 соток. А остальным почему-то не дала. Когда давали эти 15 соток тем 200 человекам, чтобы они не подсоединились к нам, они выдали 200 человекам, ну, не в виде компенсации, они сделали дарственную.
То есть документы оформили на 15 суток, но люди через год только узнали, что им, ну, как бы не в счет свидетельства дали, а именно сделали дарственную. И теперь им пришлось еще налог платить за эту землю. А мы хотим, чтобы нам компенсировали именно в счет свидетельства, которое у нас не закрытое. Люба, ты расскажи ситуацию. Нет, Люба, лучше расскажи ситуацию, как оно вообще это надо. Сначала у нас отобрала эти свидетельства. Потом мы несколько человек, мы 27 человек, мы пошли в прокуратуру, мы написали заявление и потребовали от нее, чтобы она нам вернула землю, она нам вернула, ну, наши свидетельства, она нам вернула наши свидетельства, ну, вот с такими подписями. Зато и у нее работают все ее родственники в количестве около 20 человек, всем она дала участки. Это уже точно. То есть, как приехали из Брянска сестры, племянницы, всем дала. И компенсацию дала деньги, но они ничего не получили. А своим родственникам всем дала. У них теперь там семейный клан. А сама она оттуда, да? Оттуда, из Брянска, приехал с бригадиром к нам работать. Да ее не брали сначала, не брали. Ну, взяли в рыбаки ее. Вот. Бригадиром воровала. Одного вора сняли, прежнего директора, а еще Варищу поставили. Когда директором она стала, она ходила ради Христа, она спросила за нее, голосуйте, я в Бога верю, я вам землю дам. Землю. И получать будем деньги, зарплаты, все. И дивидендам, и дивиденды. У нас же имущественный пай, у меня есть даже книжечка по имущественному, что написано, деньги там. Я ничего не получила. Ничего не дала. Я Мишина Марина Валерьевна, участник пикета сегодняшнего. Ходим по всем инстанциям, в общем, везде мы будем. Нам везде отказывают. Нас никто не слышит. Они говорят, у вас очень запутанное дело. Распутать это невозможно. Мы не знаем, что нам делать. Как нам поступать в этой ситуации? Мы ходим, только обиваем пороги. Получается так, что мы никому просто не нужны. 22 августа 2005 года было возбуждено уголовное дело. Номер такой-то, присвоение чужих имущественных паёв. Нас все посылают друг к другу. Мы ходим из одной инстанции в другую. Нас везде по уголовному делу неоднократно нас допрашивали. То есть и по домам они ходили, допрашивали. Вызывали нас туда, мы ходили все по одному. Писали заявление на новое дело. Потом они все это приостанавливали. То есть у нас получалась такая ситуация, что вроде бы они что-то делают, но на самом деле ничего не происходило. То есть ничего просто не происходило. Все это заминалось, просто тянулось время. Мне 84 года. Житель я Равенского района, Московской области. Село Малахово, дом 43. Где нам найти защиту и правду, чтобы отдали нам землю? Где нам найти защиту, детки милые? Помогите нам, советуйте, куда нам деться. Сколько раз суд состоялся, мы все равно проиграли, все равно Сидоров выиграл. За что? За что нас так мучает? Мы проработали 40 лет с Сидоровым в этом совхозе. Я 17 лет, дед 23 года. Я работала на 4 работах. И рассчитывала на эту землю продать, помочь внучат. У меня 3 внука, 2 внучки и внучок, студент. Учатся без троек сессии ставить. Мне хочется помочь. Сын у меня тоже отдал здоровье в Афганистане. Я думала, всем помочь. Ничего не получается. Сидоров строится, расширяется, а нам кирпич не за что купить. Вы сами знаете, какое сейчас время. Сейчас все дорого. А детям ездить, дать такую Москву. О, все трое. У меня 15 человек семьи, 3 детей, а где те дети? Ну, конечно. Вот куда пойти? К Путину не добьешься. К Медведеву тоже, наверное, не добьешься. И туда. Почему добьешься? Пойдем. Покажите вы нам дорогу. Почему такая пелена нашла темная на нашу землю? И мы не можем с ней...